Русло реки Самынки, геологические образования, уникальные славянские курганные некрополи 11-13 веков. Об этом и не только рассказали участникам экскурсии краеведческого общества в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. Мероприятие прошло в рамках акции «Ночь в парке». Здесь многоплановая совершенно история, то есть в глазах обывателей это прежде всего спортивная инфраструктура, хороший отдых, в том числе семейный. И мы тоже сторонники такого семейного отдыха, но познавательного. Для экскурсантов подготовили маршрут около 4 километров не только по грунтовым тропинкам, но и по лесной местности. Поэтому пригодились палки для скандинавской ходьбы, дождевики и резиновые сапоги. Обязательное снаряжение – ручной или налобный фонарь. И экскурсия будет происходить в моем любимом стиле, стиле акын, то есть что вижу, о том пою. Это не случайно мой любимый стиль, не случайно мы так все это дело рассказываем и проводим, потому что здесь такое колоссальное в нашем Одинцовском лесу расположение всяких ценностей для познающего наблюдателя, что даже диву даешься. Узнать об истории родного края и древних ископаемых на экскурсии краеведческого общества мог абсолютно каждый. Это большая редкость в целом выбираться на природу в современном обществе. И это очень ценно, потому что обычно мы дальше своих телефонов не видим, поэтому надо как-то развиваться. Раиса Киян, Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».